На базе педуниверситета состоялся республиканский просветительский форум по немецкому языку. Форум ежегодный и собирает множество учащихся разных школ. Мероприятие направлено на популяризацию немецкого языка в республике Башкортостан. Работает в первую очередь с теми школами, где немецкий язык изучается как первый иностранный. И поэтому это прекрасная возможность для учащихся как раз, с одной стороны, подготовить их к сдаче диплома и то, чтобы они могли сдать диплом и даже дальше могли успешно реализовать себя в своей дальнейшей профессиональной сфере. Проведение просветительского форума связано с тем, что многие школы республики ввели свои учебные планы второй иностранный язык, а именно немецкий. Для школьников и учителей провели мастер-классы по разным направлениям. Для преподавателей мы подготовили два мастер-класса. Один мастер-класс называется «Фильма im Deutschen Unterricht», то есть это методика работы с видеофильмами на уроках иностранного языка. Мы считаем, что именно и фильмы, использование фильмов на уроках как раз позволит разнообразить сам урок немецкого языка. И второй мастер-класс называется «Lieder im Deutschen Unterricht», то есть это использование или методическое использование песен на уроках иностранного языка, которое, в общем-то, тоже позволяет интересно и креативно организовать свой урок именно для начинающих, тех, кто только начинает изучать немецкий язык как второй иностранный. В рамках форума состоялись следующие направления работы. Это лекции, программа обмена школьников с Германией, республиканский диктант по немецкому языку. Для школьников первых 8 классов прошел конкурс рисунков по сказке Вильгельма Гауфа «Маленький мог» викторина спорта в Германии.